увеличение количества звонков в диспетчерскую службу по отопительному сезону. Мы ввели вот сводку средней температуры за ночное время. Значит, один день было в районе 10 градусов. Прошлая ночь уже дала 7,8. Таким образом, мы можем на сегодня констатировать, что еще те первые три дня, которые будут предшествовать окончанию окончательного сезона, еще даже первый день не наступил. Поэтому об отключении, об окончании отопительного сезона говорим еще рано. В случае, если в каких-либо объектах, либо жилых домах наблюдается высокая температура, есть другие способы регулировки подачи теплоносителя на объект. Но не может идти речь о завершении отопительного сезона.